Но в Тюмени продолжается прием заявок на конкурс «Моя идея». Организаторы готовы дать на воплощение проекта до 200 тысяч рублей. Участвовать могут не только жители областного центра, но и всего Юга области. На какие добрые дела можно потратить деньги, расскажет Анна Княжева. Так шумно и интересно здесь бывает раз в неделю, когда в детское отделение приходят волонтеры. Преподаватель школы искусств Виктория Семиренская придумала проект «Краски жизни» специально для тех, кто вынужден проводить время в больничных палатах. В больнице режим неделю, но чем палатой заниматься? Вот планшеты смотрит ребенок, телефоны, ну, книги иногда читаем, рисуем. Ну а тут и общение, и так много интересно. И она любит заниматься рукоделием, у меня дочка. Сегодня они делают совушек. Простая бумажная поделка объединила весь этаж. В итоге каждый ушел в палату с новой игрушкой. У меня получилась красивая сова. Мне было очень интересно это делать. Я творческий человек и люблю делать разные поделки. Виктория, автор проекта «Краски жизни», стала победителем конкурса «Моя идея» в 2017-м. Денег гранта хватило почти на год. На каждый мастер-класс в среднем уходит около 500 рублей. Бумага, клей, дыроколы, все это стоит денег. Это раньше все из своих карманов, по волонтерам где-то искалось. Сейчас гораздо проще. Пошел в магазин, выбрал все, что нужно, купил и пришел к детям уже с готовым хорошим материалом. Прием заявок на конкурс уже начался. Победители прошлого года тоже могут участвовать, но уже с другими проектами. Это проекты, решающие общественно значимые проблемы. Это может быть из разных сфер, как образование, как медиа, как ЗОЖ и спорт, как патриотика и так далее. Второе основное направление – это добровольчество и волонтерство, так как 2018 год – это год, посвященный добровольчеству. Это проекты для школьников и студентов, и это творческие проекты. Организаторы ждут заявок не только от Тюмени. География участников – весь юг Тюменской области. Вот, например, проект для Тобольска. Создать у нас в городе Тобольске, я сам тоболяк, попробовать создать экстремальную интернет-игру о нашей истории. Нам уже 430 лет, мы чуть ли не самый исторический город Тюменской области, об этом много говорили, об этом много знают. Это будет наша тобольская версия знаменитой когда-то телеигры «Форт Боярд». Заявить о своем участии в конкурсе «Моя идея» можно до 28 февраля. Анна Княжева, Марина Климович, Александр Вележанин. Тюменское время.